В сборник «Быстрые перемены» вошли рассказы победителя конкурса «Тайный город. Твой город», который проводился в сети в течение 2021 года. В конкурсе приняли участие самые разные люди, и профессиональные писатели, и любители. И все они рассказывали о своем тайном городе, о том, что на улицах тайного города увидели они. Какие истории их зацепили. Ну и кроме того, в сборник входят две мои повести. Прекрасное издание, которое я всем рекомендую.